Стартовым первенством Кузбасса в этом учебном году стал турнир памяти мастера спорта России по боксу Романа Симакова, который проходил в ноябре в Белове. Участие в нем принимали боксеры 2008-2009 годов рождения, всего 144 человека. Результат прокопьевских мастеров кожаной перчатки – 2 золота и по 1 серебряной и бронзовой награде. Самый сильный соперник был это в первом бою. Соперник был достаточно опытный, ну а в финале было как-то полегче. Есть много ошибок, будем работать над этим с тренером. Тренер у меня очень хороший. Следующими в ринг выходили юниоры. Их первенство принимал Междуреченск. В числе 100 спортсменов выступили 15 прокопчан, 10 из которых вернулись домой призерами, 9 – победителями. Ну, в Междуреченске я провел всего 2 боя, что с первым, что со вторым парнем я боксировал, обоих выигрывал, и особых проблем я с ними не испытал. Сейчас нужно держать себя в форме, также работать дальше над техникой, продолжать тренироваться и все. Но дальше цель первенства Сибирского федерального округа, также среди юниоров, и отобраться на первенство России, попасть в состав сборной страны. Также 10 наград, из которых 4 золота, привезли домой ребята 2006-2007 годов рождения. Их первенство проходило в областной столице. К участию на кемеровский турнир заявилось без малого 200 спортсменов. Соперники были очень опытные, было очень тяжело. Провел из 4 3 боя, из них все выиграл. А четвертый не нашел соперника. Оно стало для меня тяжелым, так как, ну, не то, что смотри, как по боям, а как я готовился по ним. Я готовился к ним, ну, достаточно много времени. Я выступал до этого на 2 Кузбассах, тоже на первенство Кузбасса. Я их проигрывал. И вот именно этот Кузбасс я хотел выиграть и готовился к нему очень тяжело. Ну, повезло в этот раз. Не так уж и много людей приехало. Всего лишь 3 человека. Я сразу вот в финал попал. С этим парнем мы встречались уже 3 раза в ринге. Вот. И все 3 раза я побежал. Победителей и призеров ко всем 3 первенствам подготовили Александр Зубок, Сергей Шец, Азер Гурбанов, Александр Лапцов, Марат Айбаев, Руслан Султангараев и Олег Кузнецов.